Итак, всем привет, с вами Стал. Сегодня мы продолжаем проходить Atomic Heart Инстинкт Истребления. Кто кого истреблять будет, это уже другой вопрос. И непонятен. И гусь, зачем который хочет доебаться до всех, я не знаю, зачем он здесь нужен, но в принципе он очень интересно здесь вставлен, можно сказать. А это мы не читали? Читали. А ну, под запись говори, что ты сделал? Ну... Алена, я же не хотел, я... Говори живо, я сейчас ругаться буду! Ладно. Я, пользуясь своими исследованиями, изготовил состав, который... Ну, который... Да что ты мямлишь? Вот как мне признался, так и скажи! Да я просто хотел, чтобы между нами возникло чувство. И подумал, что... Как еще эту проблему решить, если не с помощью химических процессов? То есть ты приворотное зелье сварил, верно, Ваня? Говори! Ну мы же не в сказке, Ален. Я просто хотел тебя на свидание позвать. А ты же у нас такая... недоступная. Тебе ж только самых умных подавай. Во-первых, это неправда. Во-вторых, если бы ты мне сразу эту формулу показал, то я бы без размышлений пошла. Состав-то гениальный, Вань! Так, может... Может, теперь сходим? Не знаю. Даже не знаю. Но если ты еще хоть раз такое сделаешь... Ни хера не понял. Мне страшно. Так. От кого секретарь Дворцова? Кому старшему программисту отделения логики, да? Отделение логики... Ампериан. Эдик. Мне страшно. Я теперь все время напиваю только лобению про уксус, про что, блядь, укусит за бочок. Почему? После нашей прогулки с тобой и рассказов об ИИ, я стала каждый день с ремшкафом общаться. Сначала она простые и глупые вопросы задавала. Было мило. Но потом все хуже и хуже стало. Она спрашивала, если бы мне пришлось выбирать, кто бы из родителей меня бросил, а сегодня вообще спросила, съела бы я свою собаку, если бы умирала от голода. Мне кажется, это ненормально. Эдик, может, ее как-то выключить? Ты же всегда говорил, что нужно рубильник для ИИ. Ну да. Рубильник-то я сам думаю, что нужен. Но... Так. Как же много я тут пропустил-то со вчерашней... с прошлой части. Не со вчерашней, с прошлой. Так. Ой, не то. Так, все, тут я собрал. Чуть только... А? Что это? Пусковой блок призывает вихрь. А, да? А, Ленка, точно, я вспомнил, да. А как мне выйти-то? Выложить все бусы контрольным алгоритмом комплекса. Хорошо. А то есть здесь все, в этом комплексе все находятся. Все, я собрал. Что? Она была открыта? Куда я вообще пришел? Подожди, тут все открылось. Так, не понял. Откуда я? Друзья добрые, подождите. Ничто же еще не начиналось. Все же хорошо было. Все так хорошо общались. Никто никого не трогал. Так. Все. Ну ладно. Так, я тогда не понял. Так откуда я пришел-то? Я что-то вообще не помню. Я от Седова пришел, и здесь ничего не собрал. Ну да, этих я помню. Подожди. Так, если мне сюда. То значит. Ну бусы, кстати, примерно либо оттуда вышли. Не помню, откуда я пришел, подожди. Я же тут. Что происходит? А тут что тогда? Тут я уже все собирал, как я вижу. Наша надежда на человеческий так, а этого я не помню. Не честно, я вообще все забыл. Не понял.
Ну ладно, так. Хорошо, мне сюда по миссии, так что ладно. Идем. Головушкой ударился. Э, гусь. Все нормально. Что такое? Когда-то и меня вела дорога приключений, но потом мне наступили на лапку. Это был ты. Не наступал. Да и пучи... Ну понятно. Не наступал я на тебе на лапу, не надо. Так и было. Там понятно. Не наступал тебе никто на лапу, не надо. Наконец-то поймал более-менее кадрик. Моментик с... Да. Тебя не слишком ли здесь много? Бля, как неудобно. Так, стреляй мне. Стрелять не надо лучше. Стрелять не надо лучше, да. Конечно. Стрелять мне надо лучше. Ну, мне, я бы сказал, мне лучше нужно больше попадать, чем стрелять. Так, ладно. Так, рукоятка, энергетический носорог, энергонакопитель, энергия накапливается быстрее, ладно, и ты что такое у нас? И полимерное ручное, ага, полимерное покрытие, ага, увеличивает наносимый урон. Подожди, от заряда? Скорость заряда. Бесполезно. Требуется рецепт, ага. О, хорошо. Заряженными атаками я особо и не пользуюсь, так что. Опа. Непримиримые враги коллектива напали на выдающегося так, а что это? Пушки, пожалуйста. Так, что я тут нашел тебе? Нет. Ты? Сокращает время генератора волнового выстрела. Это отличная, кстати, вещица. А он как-то поменяется, не? А, еще не на ту кнопку нажимаю, окей. Снимая улучшение, вы получаете назад ресурс. Не понял. Ладно. Уменьшает затраты энергии на специальные атаки. Ладно, погнали. Дальше у нас идет. Ну все, мы поднимаемся, как я понял, да? Мы же уваливаем от этого. Или мы оставим сидеть? Че случилось? Ой, блядь, реле пассивной безопасности. Разблокируйте работу по реле пассивной безопасности в верно упорядочив магнитные потоки. Вы шо, куда? Снова эта штука, ну конечно. Ты так хотел поговорить с Хразу? Да, а где тут есть ответы? Можно я тихохонько ругнусь? Конечно. Ну нихера же непонятно, ну скажи. Скажи, что нихера непонятно. В пустых-то стенах какой простор для творчества? Это точно. Так. Нихера не понятно. Так, и... собрался, разобрался. Ну, можно разобраться, в принципе. Так. Откуда у нас зеленая начинается? А, да как ее... А, что, блин. Вот да, что поехал. О, первая есть. Первая есть. Почему она зеленая горит? Ну ладно. Да, не понял. Что? А тут что? Тут никак бы нету, все, да? А тут, подожди. А я не помню. А я вот сейчас не помню. Ну, то есть я понял, что зеленые все должны быть, но при этом мне нужно как-то посередине еще пустить. А, блядь.
Посередине есть, но что-то она не хочет дальше идти посередине. Собрался, разобрался. Что за хуйня? Как? Все? Закончили? А вот и песенка пропела, да? Что за хрень? Я пока не понимать, не понимаю вообще, что это, что, блядь. Давай сделаем так, потом еще сделаем так, а потом сделаем еще вот так вот, а потом еще и вот так вот можно будет сделать, и вообще красиво, и вот так вот еще можно будет сделать. Горжусь собой, ничего не понял, но вида не подаю. Вот я ни хера не понял, как я это сделал, но я это сделал. Спасибо, спасибо. О. Спасибо. Можно без... Что там произойдёте? Я что-то оставил. Так. Коллектива 2.0. Мир преобразился. Всё, уходим оттуда? Нет, уходим. Спокойствие, только спокойствие. Я сказал, спокойствие, только спокойствие. А, да, я подбирать я не могу, когда я хилюсь. Так. Как удобно, что полимерная перчатка у нас работает, и никто не разговаривает у нас в голове. Хотя, как я понял, Нечаеву было очень удобно. Удобно с тем, что хотя бы с ним кто-то разговаривает. Это, ну, это правда удобно, серьезно. Спокойствие. Спокойно. Спокойно. Спокойнее. Спокойнее жить. Живем дружно. Я удивлен, сколько находится энергии в этой перчатке. Она без. Он без верха. Спокойно, пожалуйста. Да. Стой на месте. А чё нас так недолго? Успокойтесь, пожалуйста. Я хилюсь, но при этом непонятно, хилюсь я или нет. Так, раз, два. Где еще? Вон там. Хорошечно. А чё меня... А что меня здесь ждет? Зачем я сюда пошел? Зачем я потратил? Кроме того, что я сейчас смогу к Леоноре подойти опять. Немножко этих всяких материалов собрать. Ага, еще тут у нас что-то есть. Ага. Хорошо. Джи. Товарищ доцент, а можно вопрос? Почему у нас в мемориале на Челомее изображение товарища Менделеева нет на памятнике? Ну, голубчик, Менделеев один из величайших умов, но, очевидно, предприятие 3826 он не создавал, так как скончался еще до Союза. А на Челомее запечатлены именно отцы-основатели. Но это не значит, что мы забыли имена великих русских ученых. Просто чествуем их немного иначе. А, ясно. Немного таких ученых, комиксов. Вот если я это расскажу, то придется вам укол сделать, да память стереть. А это на вашей работе плохо скажется. Правда? Неправда. Так не бывает. Но тайна есть тайна. Ну, хоть кто-то добрый у нас здесь остался. Да сколько тут сохранений-то? Патрон для дробовика. Я патронов миллион нахожу. Так, я забыл, как управлять тут. Так, ладно. Он щелкает. Я только сейчас это заметил. И хоть в первой части он... Ой, в основной игре он тоже щелкал, но... Ой, это здесь Элеонора, да, как я понял? Музыка снова хорошая. Снова эта штука.
Я встречал ее несколько раз, пока преследовал Петрова. Кроме меня ее никто не видит. Даже Храст не распознавал, что это. Ты о слезе, дорогой? Ты ее видишь? Нет. Но я чувствую, когда она появляется. От нее словно веет чем-то. Очень важным, но таким призрачным. Я не могу ни понять, ни вспомнить. Вот тебе и мозг, Элеоноре. Масштабные у тебя апартаменты, подруга. Ну, кстати, да. А что, нельзя? Я просто... Ага. Подожди, а зачем я сюда пришел? А, как выловлю все бусы, к тебе их приносить, что ли? Окей. Это схема рекомбинации. Конечно же, тут все просто. Конечно. Черт, много сломит, блин. Понял, сначала надо собирать. Погнали. Сюда я немножко рано пришел, но зато не сразу расчистил путь. Теперь здесь можно будет спокойно проходить. А это, мне кажется, наши воспоминания. Если так мы видим только их. Хотя не факт. Ну, возможно. Мы же много чего не помним о нашем прошлом из-за этой... Из-за травмы какой-то. Так что, возможно, возможно. Всех людей планеты в принципе, тогда будет очень удобно и очень понятно все, что у нас происходит с Нечаевым сейчас. Или Патрика. Я за имя Серега. Серега, вроде Серега. Здесь есть? Подожди. Лор. Мне, пожалуйста, лор. Лор, мне, пожалуйста... Органика. А здесь вот так вот. Не, а их я их не... Органика это роса? Роса это органика? Ну, вообще. Да, дорогая. Вот это вроде как раз... Да, дорогая. А что, так нельзя? Ладно, надо послушать тогда. Щебетари, так. Да, дорогая. Добрался. Называется как? Легкая. Да. Нет, не легкая, говорю. Да какая женщина? Ну, это гелий, нет, так. Это... Подожди, а что, все, что? Вращение. Фиксация. Вращение. Я зафиксировалась. Мне страшно. Я одинока. Очень одинока. Пределы познания ограничены пределом формы. Нет. Стоп. Соберись. Нужно заснуть. Вернуться в программный стазис. Вращение. Баю. Баюшки. Баю. Не ложиться на краю. Придет серенький, серенький волчок, да, и, надеюсь, укусит на задачок. Вот с этого мы и начинали. Точнее, у Элеоноры все началось. Этот пусть постоит там. Вы что такие-то жесткие тут? За что так? Еще ничего не сделал, а уже бьют, как не знаю кого. Они, кстати, первые начинают. Я тут и при чем. Так. А, то есть, значит, Элеонора. Значит, Элеонора у нас начинает с того, что она вращалась. Эй, я же... Вот это, дружище! Ой, промахнулся. Так, а как хилиться? Я уже забываю кнопку. Заряжу. Не надо. Заряжу. И пошел. Не понял вас. Что это за... Поебаем? Все? Успокоился? Так, а что это было сейчас? Я мог что-то взять. Так. А зачем мне это закрывать? То есть я могу закрыться и еще при этом почитать.
Понял, понял, там что-то я получил. Так, осматриваем. 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 Слушаем. Да, Леночка, из Вавилова опять запрос на цистерну с ПА-400. Не знаю, сколько у них там сорняков, что им столько нужно, но кажется, будто они там сплошные хвощи да желтушник растят. Как-нибудь узнайте, расходуют они его осмысленно или просто на пол льют. А то не напасешься. Так. Так, и так. Да, в принципе, здесь все не так много читать-то. Так, ладно. Великий фильтр. Зачем мы так яростно рвемся в космос? Что мы там ищем? А, все же и так ясно, как день. Существует две возможности. Либо мы одиноки во вселенной, либо нет. Они обе одинаковые ужасные. Но если мы просто умрем в одиночестве, не так уж и плохо. А вот если... К чему это я все? У меня плохие новости. В новых образцах марсианского грунта, похоже, что-то удалось найти. А значит... Великий фильтр мы еще не прошли, и после полета в дальний космос все же может заодно полететь и в Тартарары. Yes. Так, оставить самонадеянность, самодеятельность. Вам что, заняться больше нечем? У вас норма по синтезу бронирующего покрытия для буравов еще не выполнена. А вы на всякие глупости отвлекаетесь, я понимаю. Весна на носу, ну давайте сфокусируемся на активных задачах. Тем более, что с точки зрения банальной эрудиции про любовь мы знаем вполне достаточно. Если вам так надо разлить что-то по флакончикам... то это всего лишь стандартный коктейль из норепинефрина, дофамина и окситоцина. Если вы хотите восполнить пробелы в своих знаниях, займитесь этим свободное от ваших прямых обязанностей время. Могу рекомендовать работы профессора Захарова. По этой теме у него был целый ряд исследований о проведении человека поведении человека под действием дофамина. По скриптам и с личной жизнью у меня, между прочим, все в порядке. Просто мне нравится одиночество, ясно вам? Владимир Саныч. Так. Сработало. Женя, получилось. Совершенно случайно, как пенициллин и пенициллин у Флеминга. Вместо обычных белых или темно-серых кристаллов из легкой оплошности получилось кристально-голубые. Я тут все проверил, и по всем анализаторам формула идеальна. Нужно немедленно брать в работу. Женя, поэтому к черту твой отпуск, надевай химзащиту и дуй ко мне. Пора варить. Что ж ты варить-то хочешь? Может, какой-то новый самогон? Надеюсь, что нет. Блядь. Так, тут только серый. Цветных нет. Не торопись, дорогой. Одна из этих сложная. Носители выкрашены в отдельные цвета. Эта бусинка тоже выкрашена в отдельный цвет. Просто он серый. Ладно, подожду, когда обычные бусы объединятся вокруг носителя. Не выйдет, дорогой. Это сектор генерации электромагнитной ловушки, которая мешает вредной старухе обижать меня и не позволяет летать занудному старикашке. Электромагнитное излучение не даст бусинкам объединиться. И секатор не работает. И как я должен найти носитель? Не знаю, любимый. Придумай что-нибудь. Не знаю? У тебя мозг размером с планету. Иди ко мне. Да ты... Зачем? За что? За что вы так со мной? Все, пиздец. А, все, игра, да? А, все, игра, полетела. Все зависло.